знаете, вы мне очень помогли, ребята. Вы сегодня были молодцы. Мы довели сегодня зал до слез. Только на этой песне зал встал. И я считаю, что это ваша заслуга. Спасибо вам большое. Дима, это очень хорошо, спасибо вам, что вы согласились помочь. Спасибо тебе большое за опыт. Но я хочу сказать, что чего бы ни было, но каждый артист должен пройти огонь, воду и медные трубы. Вот, мы наблюдаем за твоим творчеством очень давно. Я еще со школьных твоих лет, с фестиваля иностранных песен, когда ты пел на французском языке. Вот. Но звучал всегда хорошо. Дим, вот огонь и вода – это то, что помогут пройти родные, близкие, друзья, твое украшение. Окружение, команда, это то, что помогут пройти. Но медные трубы ты должен будешь пройти сам. И каждый раз, то есть это не то, что ты раз прошел их и все. Они будут встречаться ежедневно. Вот поэтому с силой, с достоинством, с усердием и упорством иди вперед. Спасибо. Иди вперед, а наткнение всегда рядом. Спасибо. Вот когда сложно, читай надпись, мы рядом. Спасибо, я вам спасибо тебе за приглашение. И мы тебе. Спасибо большое. Можно еще? Спасибо. Да, давайте. А можно еще две маленькие?